Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на заключительной прямой трансляции матча высшего дивизиона в 2017 году. И я рад констатировать тот факт, что в этом матче у нас будет интрига. Интрига важнейшая для дальнейших турнирных перспектив различных команд. «Легион» и «МЗКП» в очном противостоянии решат, какие же в итоге будут итоговые восьмерки на вторую часть турнира, на весеннюю часть чемпионата. «Энергомаш» вчера сенсационно выиграл у Невы и таким образом сохранил теоретические и практические шансы на попадание в топ-8. «Голдшарк», игравший чуть позже своего конкурента, добился уверенной и ожидаемой победы над Пресней. И вот сейчас пришел черед «Легиона». Команда Александра Седова до начала игрового уикенда располагалась на 8-м месте турнирной таблицы, и сейчас в режиме лайв, когда все уже матчи в высшем дивизионе в 15-м туре, за исключением этой игры, сыграны, легионеры опустились на 9-ю строчку. Но победа сегодня, победа над МЗКП в каком-то случае, даже можно сказать, не самого удобного соперника, потому как за всю историю противостояния в высшем дивизионе команды встречались 4 раза и по дважды обменялись победами. В этом самом противостоянии «Легион» сегодня будет вырывать себе путевку в верхнюю половину турнирной таблицы. Главный арбитр встречи Сергей Тихонов уже дал свисток, возвещающий о старте этого противостояния. Команды уже начали выяснять отношения на поле. И давайте познакомимся со стартовыми составами играющих команд. Тем более, что, думаю, у нас моменты сегодня могут пойти достаточно быстро, и, возможно, даже первый гол мы увидим уже в этой же атаке, потому что штрафной опасный пробивают легионеры, но заканчивается дело спасением ворот МЗКП, зарабатывают красно-серый угловой, подача в штрафную, еще один момент, Поботин вручает свою команду, здесь мяч метается по чужой штрафной, и но в итоге нарушение правил фиксирует арбитр. Досталось там Александру Гривцову. Ну и в этой паузе давайте как раз-таки и будем знакомиться с действующими, главными действующими лицами сегодняшнего матча. Иван Побокин, номер один, защищает ворота МЗКП. Александр Гривцов, третий, в центре обороны. Слева Андрей Ермолаев, восьмой. Справа Роман Юдаев, четвертый, капитан команды. В центре поля Алексей Батанов, 18-й. Слева Алексей Корнаков, номер 5, Андрей Кузнецов, 17, справа. На острие атаки с первых минут появился Константин Хапланов. У него на спине 23 номер. Футбольный клуб «Легион» в традиционных своих красно-серых цветах выступает. МЗКП, как я думаю, вы уже догадались, в сине-черной расцветке. Александр Дементьев, 35-й, защищает ворота легионеров. Игорь Дермаков, 77-й, в центре обороны. Справа Станислав Мухин, 28-й, слева Сергей Миронов, 66-й. Александр Седов, капитан команды, в опорной зоне. Чуть выше располагаются Денис Бычков, 6-й, и Виталий Обласов, 88-й. На острие атаки Папин Казарян, номер 7. Именно сейчас Попин не согласен с решением арбитра. Очередной штрафной уже в сторону ворот легионеров. Быстро разыгрывают мяч МЗКП, но ничего опасного из этой атаки сине-черным извлечь не удалось. Ваш комментатор на сегодняшнюю игру Никита Лаврентьев, главный арбитр встречи, я вам уже представил. Помогает ему на бровке резервный рефери Геннадий Зародыш. Есть футболисты у обеих команд, расположившихся на дальней от нас бровке, возле скамеек запасных, сразу несколько игроков одной и другой команды вы можете увидеть. Сразу отметим, что у МЗКП поглубже состав на сегодняшнюю встречу. Сразу 4 футболиста могут появиться по ходу поединка. У «Легиона» всего 3 игрока внесены в заявку в качестве запасных. И, насколько мне известно, не все находятся в оптимальном состоянии, в том числе и по состоянию здоровья. И поэтому, наверное, все-таки замены в составе «Легиона» будут проходить несколько реже в сравнении, например, с их соперником. Но, тем не менее, стоит отметить, что достаточно хорошие сами по себе составы собрали соперники. МЗКП. Это касается в первую очередь, были проблемы с ростером у
команды Михаила Шмелькова на определенных этапах первого тура и первого круга. Ну вот к решающему поединку с точки зрения непосредственно турнирных раскладов, конечно же, сумели собраться сине-черные. Возможно, понятное дело, хотят они и подсобить Энергомашу. Напомним, что в составе энергетиков выступают сразу три футболиста, которые раньше защищали цвета именно МЗКП. Ну и понятное дело, что любая команда, безусловно, хочет оказать непосредственное влияние на распределение места в турнирной таблице. Пусть для МЗКП первая часть чемпионата по большому счету завершена. Команда расположилась на 12-м месте. И с учетом того, что и Штурм, и Европа свои матчи проиграли, подняться выше МЗКП смогут в случае сегодняшней виктории. И тогда завершат чемпионат не на 12-м месте, а несколькими позициями выше. А вот опуститься ближе к местам в стыковых матчах или же в зоне прямого вылета, понятное дело, уже сине-черные не могут. Но напомню, что по окончанию вот этого вот поединка у нас все очки в двух подгруппах обнулятся. И весной, если быть точнее, то в начале февраля команды начнут выяснять отношения с чистого листа. И здесь, безусловно, большое значение этот матч имеет именно для «Легиона» и для «Энергомаша». Понятное дело, что, возможно, и соперники хотели бы получить ту или иную команду себе в подгруппу, но, безусловно, большинство из коллективов Северной Лиги в первую очередь думают именно о собственных перспективах, а потому данный матч интересен в первую очередь непосредственно лихо закрученной интригой. На самом деле, признаюсь, перед началом сезона у меня были опасения, что к последнему туру никаких интриг уже в чемпионате не останется, и последние игры превратятся в пустую формальность. Да что греха таить, даже перед началом этого уикенда посещали меня такие мысли. И когда я наблюдал за игрой Невы с Энергомаша, помимо понятных чувств радости, что интрига будет жить до самого последнего тура, до самого последнего матча, до последних мгновений, меня посещали и другие мысли. В частности, очень интересно было бы посмотреть, как «Легион» бы играл бы сегодня с МЗКП, если бы напротив уже никакой интриги в этом противостоянии не было, и Нева, например, не проиграла бы команде Эдуарда Славинского. Понятное дело, что в футболе сослагательного наклонения быть не может, и мы должны отталкиваться именно от тех фактов, что у нас есть прямо сейчас. Ну а прямо сейчас у нас великолепный матч по своей интриге. Не думаю я, что увидим мы какое-то яркое зрелище, скорее наоборот. Моментов голевых будет не так много, и гораздо больше борьбы мы с вами, дорогие друзья, увидим. Но порой футбол формата 8-8 может дарить нам самые яркие эмоции. Тем более, что на носу Новый год. Это последний матч высшего дивизиона в 2017 году. И, конечно же, хотелось праздника. Возможно, для кого-то он будет грустным, а для кого-то, напротив, очень и очень радостным. С первых минут «Легион» завладел территориальным преимуществом. Оно было понятно и изначально. «Легион» к сегодняшнему противостоянию подходил в статусе несомненного фаворита встречи. Да и вообще «Легион», надо сказать, провел очень ровно первый круг. За исключением матча с «Бедой», легионеры обыграли всех соперников, расположившихся в таблице ниже. Обыграли к тому же и «Голд Шарк», но здесь как раз-таки и вмешалось то самое пресловутое поражение от «Беды». Если бы легионеры выиграли и у «Бело-голубых» несколько месяцев назад, то легионеры сейчас бы
скорее всего, располагались бы и повыше, чем команда Валерия Скоробогатова. Но мы опять-таки углубляемся в такие в теоретические расклады, что было бы, если определенные встречи пошли по иному сценарию, нежели получилось на самом деле. Но в любом случае Легион на данную минуту за проделанную работу в осенней части сезона заслуженно получает положительную оценку. Но сегодняшний матч является эдаким катализатором всех 15 туров, потому что неудача сегодня перечеркивает все, абсолютно все старания команды Александра Седова, который сейчас пробивает по воротам со штрафного. Здесь выручает свою команду Побокин. Добивание. Еще один момент. И вновь защитники МЗКП справляются с натиском оппонента. Еще и свою контратаку могут организовать, но не точная передача. И Дармаков мяч перехватывает, начиная новую атаку своей команды. Казарян неудачно мяч обработал и потерял драгоценные секунды для принятия решения. В итоге соперник там сумел заблокировать проход Казаряну к своим воротам. Ну и необходимо отметить, что сразу нескольких важных для команды футболистов сегодня нет заявки у Легиона. Помимо Павла Андрианова, который здесь на стадионе, но в заявку на матч не включен. Отсутствуют еще несколько футболистов. Это и Алексей Лаврентьев, который совсем недавно перебрался в команду, но уже постепенно становится важным звеном в действиях своего нового коллектива. Это, конечно же, и Иван Нехорошев, который вчера в игре за дублирующий состав получил абсолютно глупейшую красную карточку и по регламенту сегодня не имеет права принимать участие в этом противостоянии. И, конечно же, не будем забывать и про Кирилла Сумарокова с Дмитрием Токаревым, которые уже достаточно давно не надевали футболки с логотипом Легиона на груди. Но уверен, на вторую часть сезона на этих двух футболистов тренерский штаб возлагает огромнейшие надежды. Но чтобы эта вторая часть сезона не превратилась в пустую формальность, думаю, что никто не сомневается, что в случае неудачи Легион без каких-либо проблем сохранит прописку в элитном дивизионе Севера. Чтобы сражаться с топ-коллективами, чтобы иметь возможность пробиться в Еврокубке на следующий сезон, Легиону нужно побеждать сегодня. У нас уже позади 12 минут игрового времени. Счет по-прежнему не открыт. Легион владеет инициативой, Легион создает моменты. Но Иван Побокин, который, на мой взгляд, является ярчайшей звездочкой МЗКП, великолепное приобретение сделали в прошлом сезоне наставники сине-черных, выручает свою команду, трудится в поте лица, как ему не раз приходилось делать это по ходу стартовых 14 туров. Всех его стараний хватает пока для того, чтобы на табло сохранялись нули. При этом МЗКП не забывает о собственных контратаках. Пока получается не очень успешно, но эти самые попытки гости принимают достаточно исправно. Другое дело, что и особо трудиться Александру Дементьеву пока не приходилось, но здесь нужно быть начеку, потому что в какой-то момент может возникнуть потребность в его спасениях, возможно, всего лишь один раз за всю встречу, и тогда нужно будет проявлять свое мастерство во всей красе. Сказал я перед началом этого противостояния, что МЗКП не самый удобный для легионеров соперник. Говорил я о том, что и обменивались они победами по две. Сейчас числится в активе у команды Александра Седова и у команды Михаила Шмелькова. Но стоит отметить, что эти самые две победы
одерживались в рамках одного сезона. Два года назад, когда «Легион» только дебютировал в высшей лиге МЗКП. Несмотря на то, что по итогам первенства оказался ниже в таблице, дважды праздновал успех со счетом 2-1 и 4-2. Ну а в прошлом сезоне уже напротив, легионеры дважды обыграли своего оппонента и также завершили в таблице чемпионат выше. Команда, которая знает, как побеждать. Так что у «Легиона» МЗКП не побеждал уже достаточно давно. Да и вообще МЗКП попал в неудачную полосу. Уже более двух месяцев сине-черные не побеждают в Северной лиге. Ровно с того момента, как команда достаточно высоко поднялась в турнирной таблице, вплотную приблизилась к верхней ее половине, затем у сине-черных как отрезало. Были проиграны важнейшие матчи, в том числе и уступили сине-черные Gold Shark с сверхкрупным результатом. Такой даже разгромом, наверное, называть неправильно. По большому счету, именно по окончанию того поединка стало ясно, что МЗКП за первую восьмерку не зацепится. Ну вот, стоит говорить, что последнюю победу как раз-таки они одержали над Стеллой чуть больше двух месяцев назад. Ну а у нас «Легион» тем временем гол забивает. 1-0 становится счет на 15-й минуте встречи. Гол получился, не сказать, чтобы из ничего, все-таки «Легион» уверенно контролировал ход поединка, но вот сам момент не предполагал вот такого развития событий. Да, была подача в штрафную, там здорово Денис Бычков открылся, здорово перекинул мяч через чуть вышедшего из ворот Ивана Побокина, и в итоге 1-0 мы имеем ровно на экваторе первого тайма. «Легион» забивает гол, Денис Бычков становится его автором. И «Легион» делает важнейший шаг на пути к попаданию в верхнюю половину турнирной таблицы. Отмечаем также и голевую передачу. Голевую передачу Игоря Дармакова. Именно он навесил штрафную почти от центральной линии. Ну и поздравляем Бычкова. Не так часто этот футболист отмечается забитыми голами в высшем дивизионе. Ну и стоит отметить, что перебрался-то он в команду перед началом этого сезона. И сейчас его гол, по большому счету, выводит легионеров на восьмое место в таблице. Здесь замены у МЗКП произошли, в частности, на острие атаки вместо Константина Хапланова вышел Михаил Шмельков. Также на поле появился и отец Константина, Александр Хапланов. Насколько я понимаю, позицию левого защитника займет один из заслуженных ветеранов Северной лиги. Ну а пока по-прежнему с мячом «Легион», по-прежнему красно-серые в атаке. Мычков отыгрывается налево. Миронов. Обокрали его на дальней от нас бровке. Затем и был вынужден Александр Седов нарушать правила. Аккуратненько срывая атаку соперника. Быстро разыгрывают мяч сине-черные. Следует дальний удар, но это совсем уже далеко. Не только от ворот, но и от голевого момента. Немножко подуспокоилась игра у нас после забитого гола. «Легион», можно так сказать, выдохнул, немного успокоившись. И сейчас на самом деле игра может пойти по совершенно любому сценарию, потому как
команда, немного даже расслабившись, сбросив с себя оковы давления результата, может выдать фееричный отрезок. Вот еще один момент возникает. Здесь у нас Арам Саркисов появился на поле вместо Папина Казаряна, а также под восьмым номером вышел Дмитрий Ефремов. Расположился он в линии полузащиты, и именно Ефремов пробивал по воротам Побокина в предыдущем эпизоде. МЗКП, понятное дело, не имеет никакого давления результата, но, объективно говоря, команда у Михаила Шмелькова, помимо уже озвученной мною ранее проблемы с набором очков, достаточно плохо играет с коллективами из верхней половины таблицы. Достаточно плохо с точки зрения итогового результата, за исключением матча против Гефеста и ЦДК, который, к слову, играл вечером одного из игровых дней и проводил далеко не первую и не вторую игру за последние 24 часа, участвуя в чемпионате России по футболу формата 8-8, МЗКП стабильно уступал крупно. Во всех матчах против команд, расположившихся выше 10 места, вот, кроме обозначенных противостояний с Гефестом и ЦДК, МЗКП не удавалось навязать борьбу. Точнее, борьба на определенных этапах противостояний, безусловно, была. И, в частности, тренерский штаб МЗКП остался достаточно довольным итогом и хода противостояния с Интером на прошлой неделе, когда МЗКП проиграл 2-6. Но, опять-таки, 4 мяча – это все-таки крупное поражение. А если учитывать, что ранее, днем ранее МЗКП еще и уступил Беде со счетом 3-10, то вот картина складывается в определенный пазл. То есть вроде бы и МЗКП хорошо играет, вроде бы и борьбу лидерам навязывают, а учитывая, что стабильно раз в сезон, а может быть и два, сине-черные устраивали настоящие сенсации, выигрывая у лидеров, в этом году этого сделать не удалось. Были хорошие матчи, были поражения в один мяч, но не более того. Учитывая, что во втором круге МЗКП не будет сражаться с командами первой восьмерки, сегодня последний шанс обыграть кого-то из команд, расположившихся выше экватора турнирной таблицы. Здесь чуть было Александр Дементьев не придумал неприятности на свои ворота, получив передачу от защитника, потратил несколько секунд на обработку мяча, а вездесущий Михаил Шмельков попытался отобрать снаряд у голкипера «Легиона», но Дементьев справился с возникшими трудностями и мяч выбил, пусть и за боковую. Ну а здесь Арам Саркисов на перехвате здорово действует, отыгрывается налево и чуть-чуть неточно получается передача, не обработал ее Дмитрий Ефремов. После гола, повторюсь, игра немножко успокоилась с точки зрения натиска «Легиона». Теперь атака МЗКП стала в разы больше. В принципе, это было ожидаемо, уж слишком высока цена сегодняшнего матча для легионеров, чтобы продолжать играть открыто в атаку. Понятное дело, что все мы прекрасно понимаем турнирные расклады перед заключительным матчем первого круга. И пока счет был ничейным, МЗКП стоило, безусловно, действовать на контратаках, понимая, что «Легион» большими силами пойдет вперед. Теперь же, когда один гол был уже забит, напомню, что на 15-й минуте счет в матче открыл Денис Бычков, «Легион» чуть больше внимания уделяет именно обороне. Не скажу, что легионеры играют на удержание, это всегда чревато, но здесь Дармаков теряет мяч, Шмельков, прострел, и счет становится 1-1.
придумал себе все-таки неприятности «Легион» на ровном месте. И Андрей Кузнецов с передачей Михаила Шмелькова сравнивает счет на 23-й минуте. Надо было проще, безусловно, играть в этом эпизоде Игорю Дармакову, но вот эта внешняя постоянная неторопливость Игоря, ощущение вот собственного превосходства над многими оппонентами сейчас сыграло с ним злую шутку. Шмельков там здорово, конечно, мяч у него отобрал и выдал конфетку передачу в штрафную площадь соперника. Там, возможно, и рисковал Дармаков, обхватывая руками Шмелькова, но тот все равно не стал ждать вердикта судьи, не стал выпрашивать, что называется, пенальти. Ну а выполнил просто голевую передачу, и Андрей Кузнецов, который по ходу этого сезона перебрался в МЗКП из штурма, сравнивает счет в этом противостоянии, а Шмельков вновь получает мяч. Один в один остается с Дармаком. Передача в штрафную, но здесь Сергей Миронов надежен. Не пускает он к мячу все того же Кузнецова. У нас вновь ничейный итог. Думаю, что если футболисты «Энергомаша» сейчас следят за нашей прямой трансляцией, безусловно, испытали они небольшое чувство облегчения, но играть еще достаточно времени, еще 35 минут, 5 минут в первой половине плюс весь второй тайм. Ну а МЗКП почувствовал вкус крови, уж простите меня, такое резкое сравнение. Продолжают сине-черные большими силами идти вперед, и в этом, безусловно, может быть и шанс «Легиона», если он сумеет поймать своего оппонента на контр атаки, потому как и Арам Саркисов, и Папин Казарян — это блестящие форварды, которые умеют открываться за спину партнерам. У Саркисова великолепная стартовая скорость. Папин Казарян очень здорово ищет моменты для гола. Все мы прекрасно помним матч «Легиона» с ЦДК в одном из предыдущих сезонов, когда в концовке Казарян дважды убежал один на один с Ильей Горшковым и реализовал оба выхода один на один, и в итоге принес своей команде победу. Вот это очень, что называется, удобная манера игры соперника для Казаряна. Ну а Саркисов, думаю, еще не раз по ходу сегодняшнего даже противостояния продемонстрирует свою блестящую скорость. Но пока постепенно матч возвращается к своему стартовому сценарию, помимо того, что у нас вновь на табло ничейный счет, постепенно и «Легион» тоже начинает большими силами ходить вперед, контролировать мяч, контролировать территорию, но все-таки уже немножко другая ситуация. Понятное дело, что и времени уже осталось не так много в активе у легионеров, чуть больше одного тайма. Помимо всего прочего, безусловно, и МЗКП получил заряд уверенности, чтобы атаковать ворота соперника. Еще один хороший момент возникает у ворот Ивана Побокина. Саркисов мог становиться автором забитого мяча. Немножко не повезло форварду в предыдущем эпизоде. Мухин готовится возобновить игру. Вот он момент, может получиться у Саркисова. Здорово убирает на замахе бросившегося в подкат Александра Гривцова. Но пробивая в дальний угол, чуть-чуть не попал в девятку. Безусловно, это был бы красавец гол. Но не в этом моменте. Разминулся мяч с сеткой ворот. Иван Побокин, конечно же, никуда не торопится. Ну а Гривцов, безусловно, опрометчиво пошел в подкат, но проиграл позицию объективно Саркисову. Приходилось исправлять ситуацию, приходилось пытаться накрывать напрашивающийся удар Саркисова, а тот сыграл хитрее, умнее, как хотите называть, убрал мяч под себя и пробивал уже с более удобной позиции, чуть-чуть не попал.
А теперь возможен ответ МЗКП. Штрафной зарабатывают сине-черные за 2 минуты до перерыва. Передача в штрафную. Зажигается свеча. Еще один момент. Завершили номинальные гости эпизод ударом. Здесь досталось в верховой борьбе одному из легионеров. Это Станислав Мухин. Ну а легион начинает очередную свою позиционную атаку розыгрышем удара от ворот. Мухин. Отыгрывается с Саркисовым. На этот раз единоборство осталось за Гривцовым. И Александр Хапланов в итоге вынуждает выбить мяч Дмитрия Ефремова на отворот. Вот чего-чего, а опыта, безусловно, не занимать Александру Хапланову. Ну и прошу прощения, конечно же, это был уже не Дмитрий Ефремов, это был Денис Бычков. Вернулся он на поле в одной из последних пауз. Правда, по-моему, шапку одел, поэтому и не признал я его сразу. Но вообще Ефремов и Бычков вместе приходили в «Легион», и какое-то время, безусловно, потребовалось им, чтобы вписаться в командную структуру. Скажем, прямо не с первых же матчей все пошло как по маслу у этих футболистов, но постепенно все-таки они уже стали так называемой частью коллектива, не только в плане командной философии, но и непосредственно действия на поле. Но на это потребовалось значительно больше времени, нежели хотелось, понятное дело, самому тренерскому штабу. Что ж, у нас первая половина подошла к концу, дорогие друзья. Давайте отдохнем буквально минутку-другую, затем вернемся на стадион на Флотской и продолжим наблюдать за этим интереснейшим противостоянием. Завершился матч, завершился перерыв в матче 15-го тура высшего дивизиона в противостоянии Легиона и МЗКП на табло. Ничья 1-1, последний матч в первой части чемпионата, важнейшая игра с турнирной точки зрения, где Легиону нужна исключительно победа для того, чтобы завершить стартовый этап турнира в верхней половине турнирной таблицы и во второй части сезона сражаться за самые верхние места, за подиум, за Еврокубки. Но пока, несмотря на территориальное преимущество легионеров, на табло ничейный итог, устраивающий «Энергомаш», который вчера в рамках перенесенного матча 10-го тура переиграл «Неву». МЗКП сражается достойно. МЗКП начал матч от обороны, но пропустив, затем сумел перестроиться, сумел создать несколько неплохих подходов к воротам Александра Дементьева. Пусть все-таки голевыми моментами их назвать было и нельзя. Но затем ошибка Игоря Дармакова обернулась прострелом Михаила Шмелькова в штрафную на Андрея Кузнецова, откуда полузащитник МЗКП не промахнулся и сравнял счет. Давайте пробежимся по составам, в которых команды начинают вторую половину встречи. Начнем мы на этот раз с Легиона. Александр Дементьев по-прежнему защищает ворота красно-серых. В центре обороны Игорь Дармаков. Слева Сергей Миронов. Справа Станислав Мухин. Александр Седов в опорной зоне. Чуть выше располагается у нас Дмитрий Ефремов и Виталий Обласов на острие Папин Казаря.
Что касается МЗКП, то все-таки сделали они несколько тактических перестроений. В частности, выход Михаила Шмелькова на острие атаки сумел активизировать игру впереди у сине-черных. А здесь Кузнецов убегает к воротам Дементьева и, безусловно, ценой желтой карточки. Александр Седов срывает эту атаку. Несмотря на то, что в целом принято считать, что предупреждение, как и удаление, является негативным фактором при оценке игры футболиста, сейчас, безусловно, этот горчичник спас команду от опаснейшего момента. Пусть в итоге сам Седов-то и проиграл в скорости Кузнецову, но свою же оплошность он и исправил. Тем более, что на горчичнике Седов не висит. Дементьев вручает свою команду после штрафного исполнения Батанова. Здесь рикошет вмешался в дело и пришлось перестраиваться Дементьеву. Думаю, что во втором тайме, если «Легион» не сумеет забить быстрый гол, в игру вступать голкиперу легионеров придется значительно чаще. Напомню, лишь победа устраивает легионеров в сегодняшнем матче. Итак, что касается состава МЗКП, то здесь Иван Побокин по-прежнему защищает ворота сине-черных. Говорю по-прежнему, потому что по ходу этого сезона не раз по тайму менялись Побокин и Слинько. Но сегодня Слинько на игре не присутствует. Здесь вариантов для какого-либо обсуждения и не было. Штрафной зарабатывает Дармаков, словно стараясь исправиться за собственную оплошность. Продолжим мы знакомиться с составом ЗКП, наверное, после розыгрыша этого стандарта. Опасная позиция, ударная, прямо-таки скажем. Здесь может и Попин Казарян пробить, и Игорь Дармаков. Но похоже, что сам Дармаков и будет пробивать. Казарян отправляется в штрафную и отклеивается от опекуна. Передача Дармакова была настолько видна, что никаких проблем она в защите МЗКП не доставила. И опытнейший футболист, ком, безусловно, является Алексей Батанов, без каких-либо проблем этот ход красно-серых раскусил. В центре обороны у МЗКП играет Александр Гривцов. Роман Юдаев по-прежнему справа в оборонке. Слева. Сейчас попробуем разобраться. Там по эпизоду лишь оказывался Александр Хапланов. Хапланов-то как раз-таки играет в линии полузащиты. А вот слева в обороне под 24-м номером действует Юрий Шендановин. Алексей Батанов под 18-м в опорной в зоне. Андрей Кузнецов справа, Александр Хапланов слева, на острие Михаил Шмельков. Таким образом, по одной перестановке в каждой из линий по сравнению с стартовым составом произвел МЗКП. Легион ограничился лишь перестановкой Дениса Бычкова и Дмитрия Ефремова. Но понятное дело, что Попин Казарян с первых минут вернулся на газон не потому, что он в разы лучше своего визави, своего конкурента и в то же самое время партнера Рама Саркисова, а просто вот когда оба этих форварда присутствуют на играх и нет нужды играть в два форварда, они действуют по полтайма в каждой из половин. Но понятное дело, что если счет будет оставаться таким, каким он есть сейчас, мы увидим в деле одновременно и Арама Саркисова, и Попина Казаряна. Здесь не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы такой сценарий предположить. Но, безусловно, один единственный гол меняет ситуацию кардинальным образом. И если, например, в большом футболе, переходя на тактику игры в два нападающих и забив в итоге, можно рисковать и получить
эквалайзер свои ворота, то здесь, безусловно, наставникам ничего не мешает в конечном счете вновь провести замену и вернуться на привычную схему, благо, что в ЛФЛ замена не регламентирована, я имею в виду их количество. Легион атакует, Легион наседает буквально всей командой, даже Игорь Драмаков на чужой половине поля располагается, здесь же и Михаил Шмельков готовится забирать подбор, но пока МЗКП думает лишь об обороне, угловой разыгрывают красно-серые. Драмаков опережает Шмелькова, передача налево, Абласов, это похоже, что был удар в ближний угол, но контролировал ситуацию Иван Побокин и позволил мячу покинуть пределы поля. Вообще МЗКП не привыкает, что называется, терпеть. Пару сезонов назад, если быть точнее, то два, команда выступала в Кубке ЛФЛ и там, безусловно, не считалась фаворитом в своей подгруппе. Но грамотный подход к каждому из соперников, а также и только везение, чего уж греха скрывать, позволили не только достойно МЗКП выступить в втором по значимости клубном турнире Москвы, но и в конечном счете даже выйти из группы, в которой команде противостояли Грозный Мортон, Айкрафт и Герта Отрадная. Потихоньку у нас начинают закипать страсти. Легион нервничает, оно и понятно, до конца матча остается всего 20 с небольшим минут. И вот такие подобные решения арбитра, когда просит он разыграть мяч с правильной позиции, а в данном случае сигнализировал он о том, что в момент розыгрыша мяч катился по газону, они, понятное дело, будут встречаться вот с таким недовольным гулом. Хочется надеяться, что Сергей Тихонов к подобным моментам отнесется стратегически, понимая, что стоит на кону, и лишний раз разбрасываться карточками не станет. Очередной штрафной зарабатывают легионеры. Вновь бьет Седов в ближний угол. Побокин прекрасно видел ситуацию. Седов, к слову, забивал МЗКП со штрафного в прошлом сезоне в матче первого круга. Вот в эти же самые ворота, которые сейчас защищает Побокин. Правда, там расстояние было значительно ближе. Гол получился действительно великолепным. Не побоюсь этого слова, красавцем. И тогда он принес немало радости, безусловно, капитану красно-серых. Сейчасшнее взятие ворот, случись оно, будет, наверное, сродней экстазу или эйфории, наверное. Опять-таки возвращаемся мы к турнирным раскладам, возвращаемся мы к тому, что стоит на кону, насколько этот матч важен для легиона и как легко можно за 60 минут перечеркнуть все свои старания с августа по декабрь месяц. Всего один матч может оставить легион вне первой восьмерки, а значит и вне борьбы за Еврокубки. Казарян пробрасывает мяч мимо Александра Гривцова, но то ли сам себе на ход, то ли своему партнеру получилось не себе, не Бычкову. Перехватывают передачу Дармакова, и МЗКП устремляется в атаку. Батанов бьет в дальний угол, перекладина выручает легион. Психует Дементьев, а я вас предупреждал, что чем ближе будет конец матча, тем больше работы появится у Дементьева в случае ничейного итога. Вот вам первый звоночек, неточная передача Дармакова и контратака, которую завершал Алексей Батанов. Завершал классно, как и Арам Саркисов в первом тайме, но ни ему, ни Саркисову не хватило удачи. В первом случае мяч прошел мимо дальней девятки, сейчас же попал в перекладину. Юдаев разряжает обстановку, вынося мяч на противоположную половину поля. Здесь Седов выигрывает единоборство и сохраняет мяч для своей команды. Бычков выталкивает его
Роман Юдаев за пределы поля, ставит корпус и позволяет и мячу выйти за пределы зеленого прямоугольничка. Время сейчас работает на МЗКП, ну а если хотите, на Энергомаш. 43-я минута матча. Повторюсь, я безмерно счастлив, что, несмотря на новую систему розыгрыша, интрига в первом круге сохранилась до самого последнего поединка. Потому как, если бы, опять-таки возвращаясь я к этому уже не раз упоминаемому мною матчу Невы и Энергомаша, подопечные Валерия Нурова выиграли вчера у чемпиона первой лиги прошлого сезона, этот матч бы, ну, не представлял абсолютно никакого интереса для стороннего зрителя. Безусловно, родные и близкие, а также поклонники этих двух команд, Легиона и МЗКП, наблюдали бы за этим поединком, но, насколько мне известно, после того, как стало ясно, что этот матч будет иметь турнирное значение, несколько новых лиц высказало свое желание последить за этим поединком. И я думаю, что сам матч их ожидания оправдывает. Понятное дело, не стоило здесь думать, будто мы увидим множество красивых комбинаций и искрометный футбол. Говорил я об этом в начале трансляции. Будет больше значительно борьбы, и голевых моментов соберется не так много. Но вот уже позади три четверти встречи, и у нас по-прежнему интрига жива. Ничейный итог на табло. Здесь Александр Седов получал передачу в штрафную от Вячеслава Андрианова, но не позволили ему соперники пробить. Разряжает обстановку Шандановин, выбивая мяч на чужую половину поля. Но здесь Константин Хапланов, вернувшийся на острие, лишь обозначает прессинг. В одиночку, конечно же, справиться с двумя оппонентами ему очень и очень сложно. К тому же я понимаю, что есть какое-то повреждение у Хапланова. Не удалось мне уточнить об этом инциденте перед матчем. Заклеена бровь, а может быть даже и лобовая часть головы у молодого форварда. Но он четко обозначил свою позицию, что может он играть. Обозначил ее и его отец. Вот сейчас он на поле. Давит Легион, безусловно. Все сильнее натиск на ворота Ивана Побокина. Стараются красно-серые пробивать уже практически из любой дистанции. Вот еще один выстрел. И вступает в игру Иван Побокин, переводя мяч через перекладину. Еще один стандарт нас с вами ожидает. Но разыграют его легионеры после замены. После замены на 46-й минуте возвращается на поле пока Сергей Миронов. А Рам Саркисов по-прежнему на скамейке запасных. Мухин. Штрафная передача. Блокирует ее Александр Хапланов. Еще раз корнер разыграют легионеры. Тотальное преимущество красно-серых в последние минуты. МЗКП даже центр поля по сути не переходит. Вот, возможно, сейчас получится что-то интересное. Отличная передача от Романа Юдаева. Но прочитал ее Игорь Дермаков. Где-то даже на грани уже и дотянулся до нее. Оплошай сейчас защитник, и Константин Хапланов убегал бы один на один. А он такие моменты щелкает, как орешки. Снова Легион в атаке, и на этот раз не удалось сообразить что-то интересное, потому как Вячеслав Андрианов завозился с мячом, далеко его от себя отпустил, и в итоге из-за боковой МЗКП разыгрывает. Но вот буквально несколько секунд потратили красно-серые, чтобы мяч под свой контроль вернуть. Это вот в подтверждение моих слов, что тотальное преимущество по различным игровым компонентам сейчас на стороне Легиона. Но напомним,
Ничейный счет не устраивает легионеров. И с каждой минутой цена ошибки становится все более весом. У нас уже здесь и следующие команды вовсю разминаются. Это представители первого дивизиона. Прайд сыграет с Осирией. Сообщаю я вам об этом лишь по одной причине, потому что, насколько я понимаю, Владимир Луриков приехал на стадион. Перешел он из аренды, из легиона в как раз-таки Прайд. И наблюдает он за игрой своей бывшей нынешней команды с большущим интересом. Сейчас мог бы он, конечно, быть на поле, но достаточно долго он отсутствовал в команде по причине службы в армии. И, понятное дело, вернуться в команду высшего дивизиона вот так вот с наскока достаточно сложно. Луриков, так же, как и, к слову, Бычков с Ефремовым, очень тяжело начинал свой путь в легионе. Долгое время выпадал из командных действий, но затем влился и в каких-то матчах, стоит признать, даже был едва ли не лучшим, на мой скромный взгляд. Вот сейчас вот тот прежний Луриков легиону, я абсолютно уверен, оказался бы очень кстати. Но у нас здесь штрафной зарабатывает очередной легионер. Я уже сбился со счету. Какой по счету? Ну уж прошу прощения за такую тавтологию. Подряд разыгрывают стандарт легионеры. Арам Саркисов также у нас на поле. Все как на духу. Все это действительно было ожидаемо. Удара то вновь не следует. Разыгрывают мяч легионера. И Вячеслав Андрианов пробивал, пусть и со сопротивлением. Метров так с 5-6, но не попал в дальний угол. Здесь Побокин, безусловно, был бы уже бессилен. Удары с такого близкого расстояния, если они идут в противоположный от вратаря угол, которого еще и на противоходе поймали, всегда остаются неразрешимой задачей. Легион сейчас действует по ультра-атакующей тактике. Виталий Абласов, Папин Казарян, Арам Саркисов. Все эти футболисты сейчас на поле. Вячеслав Андрианов, к слову, ведь тоже номинально долгое время играл впереди. Но это сейчас он переквалифицировался в одного из защитников. А Андрей Кузнецов упускает хорошую возможность сконструировать хороший контрвыпад, отдав нерасчетливую передачу. Легион вновь в атаке. Вот и Андрианов уже впереди по штрафной. Здесь Юдаев разряжает обстановку. Хапланов ставит корпус. И в итоге угловой зарабатывают легионеры. Сражающийся всегда и везде за любой мяч Виталий Абласов. Виталий Абласов заработал таки угловой. Здесь резервный арбитр показывал, насколько я понимаю, главному судье, что мяч чуть раньше покинул пределы поля. И было уже поменял свое решение арбитр, но затем все-таки остался верен себе. Разыгрывает мяч легионер, удар и гол! Забивает легион. Как раз-таки после этого стандарта Папин Казарян делает счет 2-1 на 51-й минуте встречи. Думаю, что на наших повторах будет практически невозможно разглядеть, действительно ли там покинул мяч пределы поля, показалось ли Геннадию зародышу, или же правильное решение хотел он помочь принять арбитру. Факт остается фактом. В заключительную 10-минутку Папин Казарян забивает свой очередной гол за легион в нынешнем сезоне. Если быть точнее, это его 13-й точный выстрел, и легион выходит вперед за 8,5 минут до окончания поединка. Отличную игру мы с вами, дорогие друзья, наблюдаем. Здесь желтую карточку Казарян получает за недисциплинированное поведение. Ну, ему можно. Даже если сегодня Казарян удалится, пусть и по глупости, но счет останется ровно таким, какой он сейчас на табло значится, Казаряну простят наставники команды абсолютно все. Мухин бросил ли мяч по левой бровке Виталию Абласову. Тот
не сумел мяч оставить в поле, но и не оставил выбора сопернику, вынудив его выбить мяч за боковую. Дармаков направо. Миронов ошибается в передаче. Хапланов прерывает этот пас, но буквально сам отдает мяч сопернику. Саркисов нарушает правила. Арам Саркисов. Ему сейчас как раз-таки напротив с желтым цветом играться не рекомендуется. Он является единственным футболистом в составе обеих команд, который рискует пропустить следующую игру при получении желтой карточки. Но поэтому Саркисов сейчас и спокойно себя повел абсолютно в этой ситуации, в этом моменте. Хотя, наверное, и можно было сейчас поконфликтовать немножко с судьей с той точки зрения, что время убить. Но это такие уже не совсем спортивные подсказы с моей стороны по отношению к играющим сегодня командам, но маленькие футбольные хитрости, безусловно, никто не отменял. Миронов во второй раз ошибается в передаче, на этот раз попадая в судью. Андрианов упирается в угловой флажок. Плохо, что в свой угловой флажок, поэтому приходится разворачиваться и просто выбивать по бровке. Но здесь нарушение правил. Очередной подкат от Юрия Шандановина. На этот раз завершилось все ударом по ногам Виталию Абласову. Вот как раз-таки сейчас он на газоне и сидит, немножко время потянув. Понятное дело, никто болевые ощущения не отменяет. Но драгоценные секунды для МЗКП уходят. 2-1, напомню, счет. Буквально несколько минут назад Попин Казарян забил свой 13-й гол в этом сезоне в высшем дивизионе. Дальний удар. Саркисов приложился с левой ноги. Мяч прошел выше цели. От МЗКП уже спешит, оно и понятно. Если ничейный счет полностью устраивал МЗКП, то поражение в один мяч абсолютно ничем не отличается от крупного поражения или же неудачи там в два мяча, к примеру. Андрианов зачем-то здесь попытался пяткой сыграть, и в итоге момент достается от Романа Юдаева Игорю Дармакову. Ну и отмечаем в очередной раз Александра Дементьева. Выручил он свою команду, в ближнем бою отразил удар. Лишь затем добивание по спине получил Дармаков. Моментов у МЗКП немного, но лишь один эпизод может решить судьбу всей первой части чемпионата. Кузнецов чисто отбирает у него мяч Вячеслав Андрианов, хотя и как косой пошел в отбор, но рефери был близко к эпизоду, и да, все это выглядело очень похоже на правду. Кузнецов ошибается в передаче, но первым же оказывается и на подборе. В итоге мяч до Побокина доходит. Легион высоко прессингует соперника, вынуждая его начинать свои атаки под давлением. Сейчас чуть было не перехватил мяч Казарян, а в итоге все равно это делает. Ошибается Батанов. По штрафную удар! Перекладина! Дважды мяч попадает в перекладину, но арбитр не фиксирует взятие ворот. Красивая атака. С моей позиции было тяжело понять, попал ли мяч за линию или же нет. Смею предположить, что нет. Достаточно тяжело там дважды удариться в линию, а затем в перекладину и вылететь в поле. Но по такой невероятной траектории в итоге был выполнен этот удар Виталием Абласовым, что не удивлюсь, если и чистое взятие ворот сейчас не зафиксировал Сергей Тихонов. Вот они, два момента, два судьбоносных момента с голом Попина Казаряна, когда резервный арбитр
говорил, что мяч покинул пределы поля раньше. И в итоге этот самый угловой мог даже не состояться и сейчас. Но будем считать, что 1-1. Один эпизод в итоге решился в сторону Легиона, а другой в пользу МЗКП. Сейчас, наверное, по большому счету легионеры должны были забивать третий гол, но передача на Арама Саркисова пошла уж очень неудобной. Еще одно взятие ворот, безусловно, убьет интригу в этом матче. А так, скорее всего, до последних минут нерв в матче будет жить безусловно. Очередная замена у Легиона. Виталий Абласов покидает пределы поля. Похоже, что с самого дальнего игрока из находящихся на поле выбрал Александр Седов для проведения этой замены. Никуда не торопится. Недавнее приобретение легионеров. Секунд 15-20, я думаю, поле покидал. К тому же еще и Легион с мячом зарабатывает аут. Вячеслав Андрианов сказал, что именно он отправится к чужому угловому флажку, чтобы оттуда возобновить игру. А у нас до окончания встречи остается всего одна минута. Зарян цепляется за мяч, ставит корпус, бьется разворота, но его удар заблокировали соперники. А здесь Алексей Батанов рвется по правой бровке. Против него Александр Седов, который уже имеет предупреждение по штрафную. И выбивает мяч легионера. Но вновь первым на подборе оказывается Андрей Кузнецов. А здесь Роман Юдаев в противостоянии со Станиславом Мухиным оказывается проигравшей стороной. Не удалось капитану МЗКП зацепиться за мяч, чтобы организовать, возможно, даже и последнюю атаку в этом противостоянии. У нас заключительные секунды основного времени встречи уже истекают. Очередные замены от Легиона. Александр Дементьев тратит по максимуму свое время. И увидев, что Сергей Тихонов готовится дать свисток и показать ему желтую карточку, именно в эту самую секунду и разыгрывает мяч. Вот это, конечно, тонкое чувство дозволенного. Но опять же, повторюсь, даже если бы и желтую карточку сейчас получил Дементьев, никто абсолютно из команды его за это ругать бы и не стал. Седов оказался на газоне. Очередное нарушение правил. Футболисты МЗКП уже и практически не спорят. Понятное дело, что что-то командам арбитр и компенсирует. Вячеслав Андрианов готовится пробить этот штрафной. Бьет он в направлении ворот. Мяч проходит выше створа. И это был последний эпизод в этом противостоянии. 2-1. Легион на зубах вырывает победу. Вырывает себе и место в первой восьмерке. Поздравляю я с этим команду Александра Седова. Заслуженное восьмое место в таблице. Команда действительно ровно провела первый этап чемпионата. И в последнем туре, можно даже сказать, на последних минутах вырвала себе эту путевку. Что ж, дорогие друзья, на этой ноте с вами я буду прощаться. Надеюсь, не помешал вам наслаждаться этим увлекательным футболом. Встретимся на полях Северной лиги, друзья, и до свидания.